Did you miss me? Did you miss me? Это была просто переписка. Все люди шлют смс-ки. Даже я их шлю, в смысле, той женщине. Понимаю, что зря сдерживаюсь, но бывает. Это неприятная мысль, Джон. Но у меня иногда возникает кошмарное чувство, что все мы просто люди. Даже ты? Нет. Даже ты. Больше ничего не было. Только это. Но я хотел большего. И хочу до сих пор. И знаешь что? Я не тот, кем ты меня считала. Я не такой. И никогда им не был. Но в том-то и дело. В том-то все и дело. Молли точно справится с медосмотром? Она ведь привыкла иметь дело с трупами. Вы занижаете свои стандарты. Миссис Хадсон, вы, как всегда, бесподобны. Боже, ну же, встряхнитесь, Джон. Не вешайте нос. Игра зовет. Я постараюсь. И, конечно, обращайтесь, если вдруг что-то понадобится в любую минуту. Или начнете нам помогать, и я их отзову. Детский сад. А вы ребенок и есть. Шерлок, это наше дело. Я вас привлек, но вы не станете вести его в одиночку. Ясно? Не откажусь. Одно условие. Ладно. Все лавры ваши. Когда я все раскрыл, мне скучно. Да вы так говорите, а потом Джон пишет свой блог, и слава все равно ваша. Тут он прав. В результате я выгляжу какой-то примадонной, которая хочет прославиться на чужих заслугах. Похоже, ты наступил на больную мозоль. Как будто я жаден до славы. Определенно наступил. Так что пусть слава достанется вам, спасибо. Ладно. Все равно спасибо. Главное, раскройте дело, оно меня с ума сводит. Для вас что угодно, Джайлз. В каком смысле гей? Мы пара. Счастье идет вам на пользу, Молли. Вы прибавили 1,5 килограмма. Полкило? Нет, 1,5. Шарлок. И он не гей! Почему вы все портите? Вранье. Извините, доктор Ватсон. Вы хороший человек во многих отношениях. Попрощайся с ним и застрели. Убей его. Что? Убей доктора Ватсона. Нет сомнений, кто должен продолжить игру. Это мы. Мы с тобой. При любой игре требуются умные мозги, Шерлок, а не сантименты. Не жалей его, стреляй. А мне можно сказать? Сегодня мы солдаты. Солдаты умирают за свою страну. Сожалею, доктор Ватсон, но теперь это ваша привилегия. Лишь я. Ты подошел ближе всех. И встал у меня на пути. Спасибо. Это был не комплимент. Это он. Ладно, пускай так. Но игры кончились, Шерлок. Детка достал папу. Я показал тебе, на что способен. Я оттянулся с этим народцем. Это все забавы. В том числе и 30 миллионов блев. Просто хотел с тобой поиграть. Так что прими дружеское предупреждение. Старина. Моя прежняя жизнь влечет за собой последствия. Играть с опасностью увлекательно, но порой она побеждает. Ты должен помнить об этом. Так вот, я поручаю тебе дело, Шерлок. Знаете, в чем проблема, когда хочешь изменить облик, мистер Холмс? Как ни старайся, это всегда автопортрет. То есть я викарий с разбитым лицом? Нет, вы надломлены, зациклены и верите в сверхчеловека. Точнее, в себя самого. И кто-то вас явно любит. Если бы я била вас по лицу, то тоже пощадила бы нос и зубы. Он застрелен. Жив или мертв? Он был не очень интересен, но вы втроем, вы были прекрасны. Спасибо. Видите, что вы наделали, доктор Ватсон, со своими моральными устоями. Не захотели испачкать руки в крови, а теперь вместо одного не станет двоих. Что значит двоих? Да. Извините. Я сейчас.